Привет, дорогие друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Edge of War 2. Мы уже с вами играли в нее. Даже есть ролики на канале, если вы не видели, обязательно посмотрите. Мы даже сюда донатили, открывали Husked мод. Но пришло время рассмотреть какой-то новый режим, что-то Generals. Давайте мы выберем его и посмотрим, что же нам придется делать. Походу у нас два различных генерала есть. Мы сейчас и постараемся повоевать против одного, а в следующей серии уже против другого. Ну что ж, поехали. Посмотрим, что это за новый уровень такой интересный. Я совсем знаком, то есть, в принципе, я знаю, что надо делать. А вот, ребята, генерал говорит: «Эй, Воблер, я тебе, говорит, сейчас надеру жопу, смотри, какой у меня кулачина стоит». И наша задача быстренько атаковать его. Поехали. Так, выпускаем наших бойцов. Да, надо вспомнить, что нам еще надо тут. По-моему, где-то прокачка у нас тут тоже есть, да? Так, что у нас тут еще? Защита. Ага. Вот 500. Ага, я понял, что это. Это мы открываем. Сейчас, ребята, вспоминаем, что тут и к чему. Хорошо. Так, отлично. Давайте дальше мы выберем. Мы прорываемся вперед. Наша задача, ребята, убить замок. Вот ХП этого замка. Но поверьте, это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Потому нам придется здесь потрудиться, чтобы убить этого генерала. Давай, также здесь есть различные эпохи. Если мы, допустим, набираем сюда, то у нас выпадает новая эпоха и новые юниты, с помощью которых мы и можем воевать. Давай, кидай! Кидай, давай! А чё мы так как-то быстренько, чё, мы убиваем его, что ли? Ах, он юзнул, вы посмотрите, что он юзнул. Он метеориты юзнул, зря это он сделал, я вам скажу, зря, конечно. Поехали. А, и монетки мы не... А кто монеты вообще подобрал? Они подобрали, что ли? Давай, жги! Так, копье, копье, смотри, кидает. Давай, дамочка. На динозавре. Я, возможно, даже это на рапторе. Бей его, бей. Кидай камнями. Будем камнями закидывать. Оружие номер один. Камни. Булыжник. Как говорится, против лома нет приема. Здесь против камня нет приема. Ты ничего не сделаешь, потому что мы на камне. Смотрите, мы уже раз, раз. Мы еще не можем, пока что эпоха у нас не мигает. Нам нужно дойти до этой планочки, чтобы открыть ее. Возможно, мы даже первые откроем. А, 10 юнитов у нас уже максимально здесь. Мы даже можем что-то поднакопить и поставить. Можно, в принципе, здесь башню поставить, да? Все, новая эпоха, ребятки. Где это мы? Поехали. Римская, походу. Рим! Римляне! В атаку! 5000, смотрите, 5000 монет у нас. Очень много на самом деле. Круто. Что мы еще можем тут? Это мы можем башню строить. Ну давай мы башню на всякий случай построим. Вдруг нам припечет и будет тяжело здесь. Чтобы башня хоть немножко защищала. У них тоже башня есть, смотрите. Дома же. А что это крутой, смотрите, какой-то. Легионер, наверное, или кто-то, командир какой. Ух ты, какой жирный пошел. Накачанный, вы посмотрите. Давай, римлянин. У него шарфик даже есть. Сейчас мы крупными бойцами пойдем, смотрите. Все бабки сейчас потратим, все, пошла жара. Они что-то собирают, что за звезды они собирают? А, звезды, теперь они с неба падают, то они просто давались. Давай, мы тебя уничтожим. Монетки подбирайте, ребята, золото собирайте. И несите сюда в казну. Ни в коем случае не тратьте их. На Эль и блудливых дамочек. Ну что ж, давай, бей, бей, бей. Мы, возможно, кстати, и дойдем. Хотелось бы, конечно, что-то здесь еще улучшить. Какой дамаж, ребята, тут все равно. Ага, тут у нас лук. Тут щит. Тут дело в том, что в любом случае каждый раз все идет дальше, дальше, и где-то что-то прокачивать я не вижу.
Тоже можно... И здесь тоже нет смысла открывать этих юнитов. Или... А, у нас есть много монет. Давайте мы их тоже откроем. Вот, ребята. Что у нас? Колесница, по-моему, насколько помню. Ого, какой огромный с копьем. Амбал вышибала. Быстрее, иди монеты собирай. А чего вы монеты не подбираете? Наши, смотрите, подошли к пещерным людям. Возможно, победа. У вас новое достижение. Пишут, что... Ох... Вот гад, вы посмотрите, применил запрещенный прием. Опа, мы уже кто? Мы египтяне, а он еще до сих пор пещерный человек на динозавре. Днище! Так, давайте мы купим. Вот, на коне. Сет. Давайте сета возьмем. Давай, сет. Ох, вот это я понимаю. Жесть. Реально жесть. Колесница и сет. А это кто у нас такой? Давайте мы его тоже откроем. Ты кто такой вообще? Кто ты такой? Так. Какой-то чувак непонятный. Давайте мы сейчас его тоже возьмем. Серпом, ребята. Серп и молот. А, это старик, смотрите. Старик, конек-горбунек. Он может, по-моему, стрелять, насколько я помню, да? Они... О, они уже дошли до римлян. Смотрите, мы как бы по прогрессу опережаем их. Но все же, пока что победить не можем. До половины мы чуть разбили их там. Давайте, давайте. Возможно, больше сетов надо. Мне кажется, если я больше сетов юзну, то есть шанс, что он применит метеориты. Но с другой стороны, он замедлит свое развитие. Давай, сет, вообще красавчик рубит. Копьем. А, копьем хорошо наваливает, смотри. Нормально копьем в голову. На, римлян. Вот это... Недаром они стоят 400 монет. Копейщик. Красавчик, вы посмотрите. На! Раз. Два. А что он то в одного кинул, то в другого, то в одного. Он косой. Возможно, он кидал в переднего, промазал, попал в заднего. Косой. Давай, чувак, смотрите, чем он там постреливает. Шариками какими-то. Песком бросает, ребята. Песком в глаза. Ну, я понимаю, что это какая-то магия. Ой, черт, я знал, что он применит. Опа, мы уже перешли, смотрите. Грифон. Давай, и мужички со стрелами. А как они быстро сюда? А, ну дашь. Давай, грифон, уничтожай. Смотрите. Это кен... Нет, это не кентавр. Как называется человек с этими копытами? Я сразу вспоминаю Нарнию, по-моему. Вот там был тоже чувак с копытами. Такой козел бегал. То есть низ козла, а вверх человека. Можете написать, кто это такой. Но это грифон. Это у нас мифическое создание. Кто-то когда-то в комментарии писал, что грифоны существовали. Ребята, вы что, грифонов не было. Давайте. Да, а, можем мы еще человечка здесь открыть. Ну давай мы откроем. Здесь. Вот. Мне кажется, дороже открытие получается, чем сам чувак. А стоит сюда башню еще купить? Еще давай купим. И, а теперь мы можем на башню что-то поставить. Ну, на всякий случай. Какой случай? У нас все нормально. У нас the best, ребята. Мы пока что побеждаем без проблем, потому нужно, в принципе, воевать. Так. Давай, вперед. Наши грифоны. Так, нам, мне кажется, нам надо брать грифона сильного и брать лучника. Этот мужик, что он делает? Он ничего не делает, он как-то тупит. А у них до сих пор римляне, они еще даже до египтян не дошли. Он электричеством. Ох, вырубает мужичок! За 200 монет, красавчик, вы посмотрите, как он жжет. Так, мне кажется, надо брать грифона и лучника. Хотя лучник... А лучник может стрелять? Может стрелять через одного. Давай в голову, лучник, что-то ты стрелял, стрелял, смотрите, в голову сколько попаданий. Короче, лучик днище какой-то. А грифона копьями закидывают, слушайте, нехило, я вам скажу. Так, они закидывают. Медленно, медленно, грифон руби, давайте мы ускорим весь процесс. Ускоряем, ребята, смотрите, на, на. Шмяк, 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 шмяк. Бымс. Выбираем грифонов и лучников. И вот этих, потому что я за них отдал 900 монет. Бьем, на, на, на. Дерись, как мужик. Ах, гад, юзнул, ребята. Юзнул он электричество. Давайте. Вот как раз башня нам... О,
Новый переход. Смотрите. Еще башня одна. Можем уже пушки ставить. Так, ох, пушка он огромная есть. Давайте мы вот этих тоже будем ставить. Чувачков, что они тут собирают? Вот, за 200 монет что-то не открыто. У нас монет очень много, потому, в принципе, мы можем не открыть. 1000 открыть, а какая-то бочка на колесах. То есть пушка на колесах. Давай, пушка, катись. Пушка сама по себе. Давай, пушка, раз. Вот так, через одного будем. Вот так, 3 штучки. Днище не надо, он у него сотня. Смотрите, на коня какие красавцы. Давай, генерал. Какой-то слабый генерал на самом деле. Что-то мы его налегке выносим. Ах, они уже камнями бросаются. Ого, у них, смотрите. Ничего себе. Вот дают. Ну мы дойдем до эры роботов, я их прибью. Мы их вырубили в любом случае. Но у них немножко хп осталось, может их как-то додавить. Пушка тоже дамажит. Давай, пушка, мы сейчас их убьем. Да? Выруби, давай. Еще чуть-чуть. Жги, 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 жги. Новая эра, кто это у нас такие? Так, блин, не дошли. Мы берем с пулеметом. Надо танк открыть, ребята. Нужен танк. Вы же понимаете, танк это и серьезное оружие. Что? Римляне против пулеметов. С эмочкой. Пошел спецназ, руби их всех. Ого, босс, босс, это босс. Ну, давайте остановим помедленнее, рассмотрим. Супер-пупер-босс. На! По танку, смотрите. Мужик по танку рубит. На! На, смотри, сейчас ножичком. Он бомбы кидает. То есть гранаты, гранаты. Почему всегда гранаты с бомбами путают? Гранаты закидывает. На! Кидай гранату. Не, мужик вообще дерзкий. Давай, ямочка, жги. Давайте, ребята, сражайтесь. О, босса завалили. Еще в финале босс выходит. То есть ты должен полоску убить, а потом выходит босс. Победа! Здесь говорится, воблер, ты красавчик. Кстати, до эры роботов мы так и не дошли. С одной стороны, плохо. Кто не видел, тот, тому не повезло. А с другой стороны, это круто, потому что... Вы представляете, насколько воблер крутой перец и смог это сделать. Этого генерала мы победили. Теперь вот, галочку поставили, остался нижний. Но я думаю, что нижнего мы уже рассмотрим в следующем ролике. Потому обязательно ставьте лайки, оставайтесь на канале и скоро увидимся. С вами был Воблер, пока.